Этой зимой на дорогах республики произошло более 450 аварий. По сравнению с показателями 2019 года ситуация улучшилась, однако работы по обеспечению безопасности еще много. На сегодня одним из главных вопросов остается ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах республики. Особое внимание уделяется местам концентрации ДТП. В Чувашии их 19, в основном на дорогах местного значения. В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году отремонтировано 82 километра дорог, построено 30 километров линий искусственного электроосвещения, что позволило улучшить безопасность на дорогах в пределах населенных пунктов. Дополнительно установлены недостающие и заменены поврежденные дорожные знаки более 1000 единиц. В этом году в республике планируется реконструировать 53 километра дорог. Будет установлено 27 камер фото- и видеонаблюдения. Кроме того, для пешеходов должны быть организованы тротуары и 30 дорожных переходов. Выполнение намеченных работ позволит сократить количество ДТП. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.